Дорогие друзья, всем привет! Я Таня из Южной Каролины, и сегодня нахожусь в Южной Каролине, в чудесном городочке, который находится между Спартанбургом, а также Гринвиллом. Это самая лучшая локация, о которой любой человек мог бы мечтать, потому что, во-первых, мы находимся между двумя большими городами, и этот район очень разрастается, строятся здесь и парки, хорошие, кстати, школы, и близко ко всему. И я сейчас хочу показать вам вот этот прекрасный дом, который вышел на продажу. Спасибо большое за то, что вы зашли на мой канал. Я Таня, брокер по недвижимости, и готова вам рассказать и показать этот чудесный дом. И не только. Я могу рассказать вам о погоде, о школах, о инфраструктуре. А также, если вы хотите увидеть дома не новые, может быть, хотите увидеть квартиры, участки, я здесь, чтобы вам помочь. Дорогие друзья, этот уникальный дом, кстати, люблю белый с черным, с такими деревянными столбиками, вышел на продажу за 360 тысяч долларов. Предлагает он нам 3 спальни и 2 ванных комнаты и чуть больше, чем 1700 скверфит. А также, как видите, гараж на 2 машины, хороший участок, больше полакра, а самое главное, без рестрикций, делай, что хочешь. Дорогие друзья, этот шикарный дом находится на высоте. Здесь хорошая парковка. В дом никогда не забежит вода. Вот если вы боялись, что дом какой-то стоит внизу, это для вас построили специально на горбочку. Так, что я здесь вижу? Я, конечно, вижу неплохих соседей. Как я уже сказала, участок супер. Школы крутые, парки. Рядышком есть озеро также. Мне очень нравится вот эта стружка, но здесь кусты чуть-чуть умерли. Но это не проблема. Перед тем, как мы будем решать, возьмем ли мы этот домик или нет, я, конечно же, попрошу застройщика пересадить кусты. Так что, дорогие друзья, об этом позабочусь я. Вы только мне позвоните 864-747-5561, о всем другом позабочусь я. Как же здесь красиво, широкий участок, можешь заехать со всех сторон, а также деревья еще сзади домика. Дорогие друзья, здесь хорошее электричество, также вы увидите, что на самом деле дом прекрасный, крыша классная, конечно, он обложен белым сайдингом, и это совсем не проблема. Это красиво и будет стоять долго, как говорится, 30 лет нам дают гарантию. Когда вы покупаете новый дом, вы также имеете гарантию от застройщика. Здесь мне нравятся окна, которые имеют такую одну перегородку. Дверь входная суперская. Посмотрите, пожалуйста, на эту площадку, где я сейчас стою. Мы, как вы видите, могли бы здесь еще установить стулья какие-то или столик, что кто хочет. А также вот здесь у нас очень хороший участок и спереди. Но я уже хочу зайти внутрь этого прекрасного дома, который... Вот сейчас только построен, дорогие друзья. Как вы видите, здесь очень открытая планировка. Я сказала вам про цену. Я вам сказала, когда построился. Скверфиты, комнаты. Дорогие друзья, девочки, хозяйки, женщины, посмотрите на этот Craftsman Style Home, где вы видите прекрасный цвет, а также материал называется Luxury Vinyl. Это vinyl plank, дорогие друзья. Здесь у нас, конечно же, очень большой зал. Свет провели хорошо, потолки у нас высокие. В дверях есть окошко. Вы знаете, придают такую изюминку этому домику. Я считаю, что цена хорошая, кстати. Если вы смотрели дома, которые строятся в Чесне по этой цене, я бы не хотела там, честно вам сказать, жить. Unless... Вы ищете далеко от города. Здесь я ехала всего-навсего 15 минут от города Гринвилл. Так что, дорогие мои, вы знаете, о чем я говорю. Пожалуйста, сравнивайте. Та же самая конструкция, та же самая, как говорится, материалы. Но локация намного лучше. Опять же, чуть больше, чем полакра земли, делай, что хочешь. Здесь у нас даже можно увидеть у соседей кусочек озера. А если ты хочешь пойти сам на озеро, всего-навсего на машине 5 минут, можно спустить лодку пластмассовую, как говорится, каяк, можно порыбачить. Так что круто. Здесь у нас именно кладовка для того, чтобы ставить продукты. Это называется pantry. Кстати, никаких решеточек. Если у вас вдруг была аллергия на решетки, опять же, обращайте внимание на эти полочки, которые были сделаны застройщиком для вас именно из
дерево. Так, что у нас здесь? Мне очень нравится этот камень. Это, конечно же, гранит. Посмотрите, какой приятный цвет. Он даже на картинке не так смотрится хорошо, как живую. Здесь хорошие, хорошенькие, вот, как вы видите. Закрепление я имела в виду. Так, у нас здесь есть микроволновка. Здесь должны еще привезти, кстати, электронную плиту. Вытяжки у нас нету. Бэксплэш также нету. Но у нас классная раковина. У нас хорошее окошко, кстати. Вью здесь просто замечательно. Чуть-чуть помыть окна, и все будет круто. Lazy Susan. Ой, какая она красивая. Какая красивая досочка. Белая, светленькая. Новенькая, все так пахнет хорошо. Ребята, ручечки красивые, как вы видите, вообще все классно. Также есть посудомойка. Еще не хватает только, как вы видели, плиты. А здесь вот у нас мусорные ящики, которые все должны убрать, дорогие друзья. И даже сделать adjustment с кабинетом. Смотрите, здесь у нас есть дверь на улицу, красивая люстра, это значит, мы ставим здесь стол. Мы также не пропускаем эту часть кухни, там у нас поместится точно 3 стула, но если они поуже, то и 4. Хорошо, можно, люстра такие интеллигентные висят. И вы знаете, что мне нравится еще здесь? То, что застройщик поставил раковину именно в комнате, где стирать. Для этого размера и для этой цены и локации это просто подарок, который сейчас я вам покажу. Да, и полы, кстати, очень широкие. Вы знаете, чем шире пол, тем он дороже. Посмотрите, как красиво. Хороший кабинет, гранит, раковина, кран, да еще кабинеты. Вы что, серьезно? И еще такой лайт, как будто луна, вы знаете, светит прям полнолуние. Здесь аж глаза трудно поднять, потому что очень ярко. В этом месте у нас гараж. Посмотрите на гаражную дверь. Она имеет такую инсуляцию с этой стороны, как бы красиво смотрится, беленьким закрыто. И все здесь сделано хорошо. Гараж, кстати, покрашен, дорогие мои зрители, гости и, конечно же, клиенты. Обратите внимание на плинтуса, даже поставили в гараже. Вау, это супер. Никаких поломок здесь, никаких трещин. Ну, конечно же, такие вещи не переживайте. Все будет исправлено с моей помощью. Так что всех заставим здесь поработать. Хороший размер этой чудесной лаундри. Место для сушки и стирки есть. В хорошем месте находится. И, конечно же, давайте мы пройдем через такой коридорчик и пойдем в самую главную комнату, которую я вам даже не стесняюсь показать, потому что она красивая, широкая, высокая. О, с таким ветрячком, дорогие мои. Вы представляете, есть дома на продажу за 350 старые. А здесь новый, гарантия. Вокруг тебя вот досочка. Новые окна, которые будут иметь решеточки. Посмотрите, с этой стороны окошко. Размер комнаты хорош. Я вижу, что у нас в эту сторону есть шкаф. О, вау. Опять же, как здесь чудесно. Очень хорошо. Кстати, эти лампы или люстры, или как вы хотите их назвать, неплохие, такие хороший цвет. Так, что у нас еще есть один шкаф. Как бы получается и для него, и для нее, девочки. Так что, видите, хотите, чтобы было все ваше отдельно? Вот я вам нашла комнату, где все отдельно. И, конечно, как же вам не показать именно ванную комнату, а здесь я также обращу ваше внимание на некоторые детали. Во-первых, мне очень нравится дизайн этих дверей. Мне нравится то, что черненькие фурнитуры, и также здесь они темненькие. Это также очень интеллигентно. А здесь я показываю вам дома, рассказываю вам про недвижимость в моем чудесном штате. Дорогие мои, посмотрите на люстра. На 2 зеркала, кстати, могли поставить простое зеркало. Кто кому как нравится. Например, мне это устраивает. Кабинеты, кстати, очень высокие. Можно было их поставить вот так, сэкономить чуть-чуть на материалах. Но застройщик не пожалел. И мне нравится вот этот люстра, ребята. Раковина, да? Нравится размер ее. Вырез ее, посмотрите. Также краны неплохие. Есть место для полотенечка. Вот оно.
Хороший размер. А, кстати, они еще поставили здесь, установили длинные кабинеты. Это тоже большой плюс. Обратите внимание на душ, в котором не будет, на жаль, никакого, скажем, никакой стеклянной двери. Так что, дорогие друзья, поставим шторку или дверь уже сами. Ну, есть вот головка, с которой будет течь душ. Так, что у нас тут? Вытяжка есть, свет есть. Повесить полотенечко держит хорошо. И окошко, какое большое окно в ванной комнате. Кстати, стоит на очень хорошем уровне. И глубокая ванна. Девочки, мечта. Здесь только не хватает пару свечек, бокал вина и жалюзи. Ну, если купят родственники, то может быть как-то... Просто поставь. Вы знаете, что сейчас на окна можно ставить такую интересную наклейку, как на машины. И вот у тебя окно станет темное именно снутри. Тебя не будет никто видеть снаружи. Оно будет смотреться как без наклеечки. Дорогие друзья, и также отдельная комната и с проветривающим окном. И неплохой свет. Так что плинтуса тоже мои любимые. Очень легко их повытирать и все. И все такое. Так что эта комната мне очень нравится. И надеюсь, вам понравилось также. Сейчас я побежала вам показать еще две комнаты. И, конечно же, у меня есть другие дела. Но в конце не переключайтесь. Досмотрите это видео до конца. И вы увидите здесь прекрасный участок. А также я хочу с радостью сказать, что скоро на моем канале, уже скоро появятся очень крутые видео на английском. Девчонки, кто более-менее приехал в Америку молодыми, еще детками, и вам плохо слушать меня на моем русском языке, пожалуйста, подождите еще чуть-чуть, и скоро, как я говорила, вы увидите и услышите про недвижимость на моем канале и на английском. Моя компания, кстати, растет. Спасибо всем агентам, которые меня, как говорится, поддерживают и выбирают меня, чтобы работать вместе со мной. Ребята, у меня большая команда, у меня всегда есть люди, которые смогли бы вам показать, рассказать про Южную Каролину. Так что выбираем Resnick Real Estate, двигаемся вперед с вашими мечтами, потому что я за моих клиентов, я за то, чтобы люди развивались и добивались всего, что хотели добиться уже, ну, как бы давным-давно. Пришло время, наконец-то. Вот это, кстати, соседи, представляете, у которых есть озеро. Я же вам говорила, что здесь видно озеро. У тебя нету доступа, но на машине оно у тебя будет. Кстати, хороший ковролин, приятный цвет. Вот тебе клазет. Ничего себе, с этими полочками просто круто. Так, что я вам здесь показывала? Ветрячок. Размер хороший, никакой не маленький. Между двумя комнатами есть, конечно, санузел. Так что у нас два санузла. Посмотрите, пожалуйста, вот это он. И, конечно же, полочки еще здесь. Ну, тут можно было, не знаю, может быть, дверь установить. Полочка хорошо, зеркало здесь другое, кабинеты опять же высокие, то же самое качество, материалы. Дом стильный, ванна очень глубокая. А что вы думаете, дорогие зрители? Пожалуйста, комментируйте, пишите, звоните, спрашивайте. Не переживайте, если вы недавно переехали. Также соединю вас с именно финансистами, которые определят вас в категорию людей, которые или готовы уже купить, или должны приготовиться. Также мы вместе обсудим момент, сколько же нам нужно дать, как говорится, первый взнос, сколько мы будем платить за этот месяц, за налоги, или еще какие-то у вас будут лично вопросы, жду по телефону. Расскажу вам все, как говорила, или мы вас приготовим для покупки в следующем году, а если вы готовы уже сейчас, не забывайте, что есть очень много скидок у застройщиков. Также я буду еще добиваться со своей стороны, чтобы у каждого из нас, как говорилось, говорится и будет говориться, было все хорошо. Кстати, вы представляете, уже заканчивается август, а это значит 9 месяц на приходе. Это месяц моего дня рождения. Я не могу поверить, еще осталось 4 месяца и Новый год. Новый год. Так быстро год пролетел, 24-й. Конечно, я за все благодарна и вам, клиенты. И скоро мы будем еще показывать другие эрии, рассказывать. А сейчас, как же здесь прикольно. У тебя на участке есть деревья. Это круто. Кстати, дом стоит на септик систем.
как здесь спокойно. Коты бегают, белочки бегают, птички поют. Вау, это просто находка. Дорогие друзья, напоминаю вам, Таня. Я Таня из Южной Каролины, брокер по недвижимости. Показываю разные районы, работаю с разными застройщиками, с разными ценами, с разными клиентами. Обращайтесь, если вы не готовы, помогу вам определиться, подготовиться. И также жду новых людей, которые еще, может быть, даже не думали, но после того, как посмотрели мое видео, начали уже задумываться. Я жду вас. 864-747-5561. Я здесь, чтобы только помочь вам. Если вы позвоните мне, запомните, вы в надежных руках. Я помогла многим людям переехать в этот чудесный штат, покупать дома, продавать, перепродавать, добавлять, как говорится, свой портфолио и еще некоторую недвижимость. Так что я знаю, что вы достойны также жить в своем доме. Не бойтесь покупать свои дома. Я здесь, чтобы вам помочь. Спасибо, что вы были со мной. Всего вам хорошего и до следующего видео. Пока-пока!